читайте малышу на прогулке красивое стихотворение Котова. Опавшие листвы разговор еле слышен. Мы с кленов, мы с яблонь, мы с вишен, с осинок, с черемухи, с дуба, с березы. Везде листопад, на пороге морозы. Расскажите малышу, что наступила осень, и одной из ярких примет осени является листопад. Каждое дерево сбрасывает свою листву. Листики падают, поэтому и назвали это явление листопад. Погуляйте, побегайте по дорожкам и послушайте, как игриво шуршит под ногами опавшая листва. Не забудьте рассказать и о других приметах осени. Ранней и осени поздней.